Здравствуйте, дети. Ну, мне 78 лет, поэтому все будут дети. А что значит, так смотрите, 78, исполнилось 26 мая. Браво! Поэтому многие здесь мне сестры, а кто-то дети, кто-то и внуки, а кто-то правнуки, потому что у меня трое правнуков дома. А кто-то и братья. Я приготовила этот концерт для малышей, и я рада, что есть. Раз! Как тебя зовут? Я. Да. Ваня! А это как звать? Захар! Так, ты кто? Танечка. Ваня. Сашенька, а мы, по-моему, знакомы. Нет? Вы в самолете летели? А, там была тоже Саша и Пайти. Так, тебя как зовут? Соня? Соня. А тебя? Арина. Молодец, вот так и знакомы. Так, дальше. Здесь не хочет здороваться. Закрылась. Так, а тебя как зовут? Соня. Соня, а ее как зовут? Аня. Аня, Аня, открой мне. Ты что, Аня? Причитай, открой мордочку. Красивая мордочка. Причитай, открой лицо. А как зовут этого человека? Соня. Иди, скажи ей поближе. Я не поняла, Ваня или Аня? Иди поближе, подойди. Нет, Таня. Я не вижу. Таня! Молодец, Татьяна. И так она звалась Татьяна. А тебя? Дима. А тебя? Влад. Влад. Прекрасно. А тебя? Дима. Тоже Дима. А тебя? Ваня. Ваня. Это второй Ваня. А тебя? Фотограф. Хорошо. Это инкогнито. А меня Маша. Привет. Но мы, поскольку нас очень много народу, то мы как бы оставим свои имена при себе. Вот. Я хочу сказать, что я приехала после... Вот вчера еще не могла говорить. У меня очень тяжелый был фаренгит. Ну, я остался. В общем, полный нос, это вы чувствуете. Вот, поэтому я сегодня как-то на полную катушку не смогу. Вы тут изображаете себя что-то. А, ну, вы поймете так. Ладно? Я хочу представить вам моих дорогих сотрудников музыкантов. Пожалуйста. Это коллектив, который называется... Потому что их двое. А как известно, керосин, он зажигает. Правильно? Вот. Короче говоря, это Илюша Олейников, лауреат 11 международных конкурсов по аккордеону. Понятно? Он переиграл даже самого аргентинца, который приехал изображать Пьяццолла, а он сыграл лучше. Самый мой старинный сотрудник, мы уже вместе 10 лет, это Сережа Павличенков. Он молдавский гитарист, он еще играет на банджо с оркестром Светланова Московской консерватории. Вот, а значит, что касается меня, вы меня, конечно, не знаете, так что нечего мне говорить вам. Википедия все вранье. Но у меня есть Facebook. Можно читать. Короче говоря, значит, я читаю стихи для детей. Короче говоря, вы мне должны будете помочь. И вы, дети настоящие, и дети в прошлом тоже могут помочь. Громко орать. Буква А, она проста. Все поставить на места. Непонятно что-то где-то, спросишь ты и ждешь ответа. И когда ты все поймешь, ты ее произнесешь, спросишь, понял, поняла, и ты скажешь громко. Нет, мало, пищ ты. Молодцы, поняли. Буква О, она отдельно выражает удивление. Ты увидишь волшебство и в восторге скажешь. Восторг. Ты получишь телеграмму, что увидишь дьяволу, и не скажешь ничего, кроме громкой буквы О. Нет. Ты чё? О. Молодцы. Буква У,
одно расстройство выражает недовольство. Вот забили гол, кому стадион затянет? Ну нам-то. Ты торопишься на поезд, едешь сильно беспокоясь, но приехав на вокзал, ты увидишь аватар. И понятно почему. Ты затянешь букву. 3-4. Молодцы, артисты. Кто-то взял твое без спросу. И на это без вопросов, без сомнений в голове, ты воскликнешь громко. Молодцы. Спросишь, кто подарок хочет. Сразу все к тебе подскочат. Все подруги и друзья вместе с громким воплем. Я! Кто подарок хочет? Я! В бассейн большой реки проникли рыбаки. Они в водохранилище закинули удилища, решивши в этот день устроить рыбный день. Но только в те поры проснулись комары. У них, у дураков, был день... 3-4. Рыбаков. У них, у дураков, был день... Рыбаков. Рыбаков. Было же у дураков, был день... Рыбаков. Вы поняли, да? Да. Пошел войной народ. На сады, огород. Пролито было крови. У свеклы и моркови. Повытрясали души из яблони и груши. Но вам, о лопухи, простили все грехи и оставили на племя крапивное семя. Понятно? Алло? Кто понял? Крапивное семя. Опа. Мамочки, так. Пошел прогуляться веселик, оселик. Ему повстречалась веселик, козелик. В кафе завернули, уселись за столик. Веселик, козелик, веселик, оселик. Они веселились, смеялись так колик. Меню попросили, оселик, козелик. Сидят, положивши копыта на столик. Оселик, веселик, веселик, козелик. Я очень не люблю, когда ходят посторонние люди. Пожалуйста, уйдите отсюда. Они заказали, оселик-веселик и друг его, верный веселик-козелик, салат из крапивы, салат из ромашки. Потом попросили из клевера кашки. И дальше была бы совсем неплоха густая уха из лопуха. Молодцы. Котлеты закажем из чертополоха, на третье мороженое из гороха. Но им говорят, вы в меню загляните, бульон, и котлеты себе закажите. В меню посмотревший, веселик, оселик, воскликнул, гляди, мой товарищ козелик, в меню ничего, ни соломы, ни сена, тут нечего есть, говоря откровенно. Читать неприлично, что пишут они. Написано, можно тете свиньи? Бежим, тут творятся такие дела, пока им идея в башку не пришла, и их повернется поганый язык. Написать про ослиный и козлиный шашлык. А мне горячий воды кто-нибудь даст? Это Александр Михайлович Чукаев, это наш директор. Бывший студент Екатеринбургского театрального училища. Вместе с Колей Калидовичем. Саша, поклонитесь, пожалуйста. Вот это нам тоже сюда привет. Он актер, и он режиссер, он ставит мои пьесы. Очень хорошо ставит. А это очень трудно. Майский жук сидит в углу, за ведерком на полу, тихо требует народы. Дайте шведы и свободы. Я летучий майский жук, не могу я нюхать лук. Тут же воздух не ваш живой. Я же вам не жук навложенный. Я летаю между туч, не противен жрапах куч. Я рожден для красоты. Мама майская, где ты? Вот, сейчас я вам спою песенку, которую я написала для того, чтобы сделать мультик. Но я его написала эту песенку,
и мой оркестр ее разучил, и мы ее поем, и даже мой ученик, замечательный, ну, бывший мой студент, а теперь ему ряд 7 международных фестивалей, в том числе Берлинале он получил, и получил Нику. Леонид Шмельков по моей просьбе сделал мультфильм. Ну, он тоже 2 минуточки. Вот я сейчас вам сначала пою песенку сама, отсутствием голоса, а потом мы покажем этот мультфильм, который вообще никто не видел. Понимаете, какая история? Только на моих вот концертах. Поехали. Вы у нас тычки. Папа-парам, пам-парам. Был на свете город Буф, самый лучший по людям друг и желанно вся семья. Азбука от А до Я, буква Д, была их дом. На букву Ш, окном буква А, была цветок. Буква Ц была горшок. Эф сияла фонарем, освещая сад огнем. Буква З вверху летала и звенела, оба пощепетала и знакомая. Тихий звук, жаль шуршала, снова по ножу и сияла буква С месяцем среди небес. Буква А была посол, буква Б кричит постой, твердый знак. Он так башмак и башмак, он мягкий знак надела. Буква А, и она была права, дружная у нас семья. Из чего все состоит? Нам наука говорит. Из чего собака вот бутерброд и вертолет? Из чего у нас дома и вселенная сама? В этом мире все вокруг, все составлено из пупа-пам-пам-пам-пам-пам. Там он называется «Азбука», этот мультфильм. Вот видите. Вот простите, я... Саша, да, зовут? Это человек, который сегодня осуществляет нашу связь, вот, и звуковую, и киношную. Саша, поклонитесь публике, пожалуйста. Так, я... Да, темнее сделайте. Я ухожу. Надо убрать это.